А вы знаете, что наш Томик совсем ослеп? И оглох тоже. Знаете? Вот так вот и живем. Ну, нормально, хорошо живет это. Только главное это не менять места, не убирать там, где его продукты были, допустим, пища и туалет и все такое прочее. А так он это прекрасно это все научился обходиться. Томи! Томи! Видите? И не видит ничего. Ну и ладно. Тоже хорошо, зато счастлив, когда мы с ним. А тут смотрите это. Ну, когда мы с ним там его гладим, то все, там это всегда с нами сидит, когда мы книжки читаем, он рядышком пристроится, ему урлычет. Ну, главное, вот любой твари и человеку надо там это, чтобы его любили, правда? Ну, доброе слово моей собачке приятно. Так, птички-синички. На улице красота, легонький такой пушистый снежок, кормушку наполнили. Ну, смотри, какие привередливые буржуйчики. Что-то откидывают, это самое, выбирают только то, что им нравится. Солнышко в дымке, но есть, пробивается иногда. И дорога чистая. А везде свежая порожка. И смотри, зайчик опять приходил, а? Проведывает. И прикольно, да, вот мы думаем, там можно им помочь, там сено кинуть, ничего, нафиг им нужно наше сено, они что-то свое там ищут. А сколько птичек везде на деревьях, смотрите, а. Ой, какой большой петролиум повез, а. Кто-то продает, кто-то богатеет, а мы покупляем петролиум. Ну, вот так вот и живем, ребята. Как настроение, товарищ комиссар? Жрать, говорит, давайте. На улице опять похолодало, я вот такими вот длинными, огромными, длиннющими дровами топлю. Несколько чурок таких было, еле-еле победил их, аж топор чуть-чуть повредил колонн. Пешка длинный, видишь какой? И вот на всю длину хоть чурочек так закинешь, несколько штук, всю ночь. Так, тетя Оля, что вы готовите? Покажите и расскажите зрителям. Ой-ой-ой, готовим перебьются. Лапти, Вов, называются они. Лапти, да? Да. Ага. Не говори, нафиг идут, блин, сейчас рецепты ему уши. Да они все знают уже, ой. Да. Ну да, с помощью Гугла. Нет, там... Да и без Гугла, там... наверное. Русская Википедия, думаешь? Да, это как, не знаю, как рыба под шубой или салат под шубой, это вот... Эти самые лапти тоже самое, все знают. А вообще, знаешь, это бесплатно рецепты не выдавая. Ну нафиг, блин. В этом мире ничего бесплатно не бывает. Даже померять нихера нельзя бесплатно, да. Блин. И даже это сыр в мышеловке не бесплатный, блин. А это мясо, да, еще будет? Да, без мяса вообще не можете, да? Без мяса вообще не можете. Мясо едешь. Ой-ой-ой, ну лапти такие. А чем мажете? Майонезом, да? Майонез с чесночком и с этим, с перчиком чуть-чуть. Ты потом... все не говори, что ты нафиг раскалываешься, пусть гадают, блин. Потом молоком от бешеной коровы мажем и все, скажи, блин, это самое, кефиром, да? Там это, катыком, что там еще популярно, блин, айран, урук там это, а? Или что там, кирдык, или кумысом мажем, вот, ну, прокисшим. Лапти, пацаны, будут, лапти, куда без лапти, русский человек, правда, блин, квас и лапти нафиг, и счастье наше. Вот, пацаны и пацанки, мне вот стыдно немножко за свою примитивность такую вот, это как будто вот это жрём, и это все, и больше ни радостники в жизни нету. Но все равно буду продолжать снимать. Ну, примитивный так примитивный, убогий так убогий, хрен с ним, блин. А чего, хавчик все равно большая вот такая основная часть нашей жизни, правда? Да. Вот такие лапти получились, что-то темно, блин, пацаны опять ругаться будут, поэтому свет включил. Карлсон тут крутится, скажем, ну как Карлсон. Подсвети-ка нам фонариком своим чудесным. Ну, это, ну, алкаши, ну, это понятно. Все неудачники, они бухают. Ага, лапти, смотрите. А это черемуха. Лапти с лучком, с помидором. С... Как вот, а, возьмешь один так. Это олень, да, тетя Оля? Да. А это свежий хлеб ты испекла, да? Да. А это сыр вражеский такой. Не где-то из-под гусениц вытащили. Ага. Ну, ладушки, приятного всем аппетита. Бездельник дрыхнет, а я работал, ребята. Видите, вот это пинчерри, это маленькая такая вишня дикая. Так, а вот три бутыля сегодня заварганил, поставил, пусть теперь бродит. А вот этот приготовил уже это. Ну, просветлил, там газы выгнал, все, и сахару добавил, это подсластил, это все.
через день, через два, и эту ферментацию закончил там это, ну теперь через день, через два по бутылкам. И последние два замеса. Яблочное подкрасил жимолостью, а здесь это блюбери. Ну и здесь вот такие полярные ягоды. Пусть будет. А тетя Уля ужин готовит. Смотри, какой ужин приготовил. Смотри. Это я хочу попробовать, знаете, пинчер разливал. Вот видите, осадок всякий, а тут сверху немножко светленький. Хочу попробовать, получилось или нет. Это. А то что-то я такой это дерзкий стал. Просто заливаю без, без это самое, не дегустирую даже уже, до того доверяю там своим профессиональным навыкам. Смотрите, цыпленка, петушка вот такого. Борзые петушки некоторые есть такие, знаете, это кукарекают много, мы в суп это, в скороварочку. Ага. Иблоки порезали, сыр там это, из-под бусинец там повытащили. Грибочки, грибочки, как грузи. Ну вот это чтобы это красное такое все у тебя внутри было. Потому что красное, если это такое чекистое, это значит красная свекла надо кушать. Ага. Чтобы помет красный был. Спасибо, Оленька, за вкусный такой ужин чудесный. Ну, на здоровье. Выходные, суббота. Ну это, вышли гулять утром, это, а внутренний голос вот шепчет, вот ты мудак, ты мудак, ты мудак. Я думаю, ну почему я мудак? А внутренний голос говорит, потому что ты камеру не взял, пацанам не показываешь, как красиво все это. Ну не бардак во дворе вот этот, а вот, ну свежий снежок, допустим, так вот, дым там с печки. А главное вот это, на что-то на деревьях, что-то это, какие-то гроздья. И мы их сейчас будем исследовать. Ну что это такое? Это наши други. Это разбойники, которые всегда за хавчиком прилетают. Потому что были еще какие-то очень красивые птицы. Смотри, бандиты на солнышке сидят, греются. Ах вы, елки-палки. А мы с динамитом думаем, ну шо це таке? Ну шо це таке? Так, ну пойдем погуляем. Красиво, правда? Свежий снежок выпал. Идешь так. Хрусть, 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 хрусть. Так, пацаны, давайте поговорим за что-нибудь серьезное. Давайте за политику. И за Трампа. И за Путина. Вы замечали вообще, что вот это слово политика и слово Путин начинается с буквы П? Правда, интересно? И все. Больше ничего интересного в этой теме нету. А на Трамп вообще, ну на Т. Ну, тоже, ну может творческий, может тупой. А, фиг его знает, кто как. Ну вот тоже это, больше ничего интересного нету. Пацаны, вот есть очень более такие злободневные, такие более важные проблемы. Это мы с вами. Понимаете? И нам надо жить. А наш жизнь хрен его знает. Может как метеор, бжик, и все, и сгорел. А может вот так вот. Скрип, 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 скрип. И скрипим потихонечку по снегу. О, пацаны, я недавно песню узнал. Противную такую пиндосовскую. Это самое. Вот видите, вот осиночки, да? А между них и березочки есть. Не всегда, не везде, но я... это даже не осинки, это мы уже говорили на эту тему, да? Говорили, это тополя. Ага. Как будто бы. И вот тут есть березки, вот они попадаются, видите? И это самое. А песня канадская, короче. Ага. Это. А чего так в Канаде березки не шумят? А чего, бляха-муха, не это самое, не кивает? И отчего гармошка у этих мудаков не это самое не поет, и клавиша под люка не западает. Ага. Вот такая вот у них песня. Убогие они, сволочи. О, смотри какой свежачок. След. Ой, морозяка был ночью, пацаны. Ой, ночью был мороз. А вот смотри, везде натоптал. Доследил. Затишка. Ага, и это, и прямо спишь, и это, тресь, трух, там что-то трещит здание, это все от мороза, и сейчас тоже на солнышке потрескивает все.
Холодно было. Я думаю, у этих у пиндосов еще есть всякие хорошие песни, ихние. Ну, вы мой жирный намек поняли, да, пацаны? Мы всегда думаем, что только мы одни такие, и что такое у нас. И вообще даже не задумываемся над тем, что у других может так же усё, а может еще и лучшее. Раз у них и доллары, и жратвы, и машины чуть-чуть получше, то может у них и это самое, и культурей всяких, и песней, и добротей, и школей, и учителей, и все может чуть-чуть тоже хорошее. Смотри, какая березка, ишь. Ну нету, сволочей нету, а если изредка попадется, то это даже это самое береста, ишь. Да они рукожопые, но все равно индейцы из них там тоже умели делать и умеют и туиски, блин, и чтобы это вабу, чтобы этих лосей манить, и все на свете. И костры разжигать они из них могут, и если надо, и дегтей натопить могут, и все на свете. А мы идем дальше, а снег скрип, 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 скрип. И вот это и есть, наверное, наша жизнь, вот так вот. Идем, скрипим, раздражаем очень многих тех, кто вообще это самое, ну, любит шапку носить на голове. А те, которые это самое, у которых там мясо в голове, блин, и которые его иногда включают, тех это, ну, тоже раздражает, но уже не так. Но из ритма выбивает, блин. Ты просто идешь, вот все в ногу, ронясь, смыра, подтянись, шагом марш, пертора, рассчитайся, вперед, раз, два, три, левой. Или как они, а, блин, уже отвыки. Все, пацаны, я уже не ваш, блин. Это все навеяно 23 февралями. Япона мама. Скрип, 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 скрип. Так и доползем, пацаны, до финишной черты. Одиночная, смотри, там стоит на голом утесе. Как я, блин, вот как я, сволочь, один такой, блин. Среди, блин, ненавистных пиндосов, блин. Такой весь зеленый, красивый, сексуальный. Торчу, как шпала. А ладно, блин, не будем, наверное, этот ролик ставить. Но говорю вам всякой херни, блин, опять обидитесь на себя. Товарищ любопытный заглядывает в окно, пугается. Ночью было холодно. Опять минус 24, минус 26. Я даже несколько раз просыпался, прямо это, все это потрескивает, как-то это трещит, прямо как будто кто-то на улице находится. От мороза это, конечно. Ну как, красавец, ты посмотри на него, да? Изумительно, просто прелесть. А? И много таких вот это. Из той же оперы, только не цветной. Ага. Ох, красавец. Ну, а днем отпускает, как-то, знаете, потеплее становится. Так это, ну, минус 13, так, с крыш каплет. Все-таки весна свою берет, да, это февраль, конец февраля. Ну, и когда солнышко пробивается, здесь редко что-то солнышко у нас стало появляться. Видите, там как будто туман, а это, видите, в воздухе мелкая такая пыль снежная. Ну, как будто снегопад. Ага. Ну, вот так вот как-то. Птички прилетают кушать, потому что на улице зябко, зябко, зябко. Нужно будет опять наполнить кормушки. Вот недавно было 23 февраля, и все мужчины праздновали этот праздник. А знаете, кто больше всех его праздновал? Динамит. Потому что он дедушка, он уже, он старослужащий уже. И он знает, что только сон приблизит нас к увольнению в запас. А я вам хочу показать, ребята, что я варю. Смотрите. Вот не стал я в этот раз эти яблоки размельчать, а просто так, как положено. По идее, всегда эти во всех американских рецептах пишут, чтобы ягоды эти не размельчали. А я всегда это жаба душит, так это их это толку.
А не нужно. И потом через 7, максимум через 10 дней их вообще выбрасываешь и оставляешь вино только, чтобы оно это потом несколько месяцев бродило. Ну, а вот это, ребята, это самая голубика или черника, короче, она синяя, ну, потому, ну, русские любят это издеваться над русским языком и называют ее черникой. Если бы она была черная, то она была бы голубика. Ага. И еще есть вот эти культивированные большие крупные ягоды из магазина. Тоже сюда пошли все. Вообще, ой-ой-ой, вот нужно один, это такой-то, ну как, 2 галлона на один замес, да, а я взял 4 галлона, представляете, вот половина тут только сока, а половина ягоды, ну посмотрим, что получится. Вообще вино в этом году, пацаны, не получается, вообще, вообще не получается, что за год такой, не знаю, проклятие какое-то, какое не ставлю, вообще никудышное выливать приходится все поросятам, ну вот так вот как-то. Так, до меня дошло, что ставка ждет это новых известий, а известий-то это самое, ну, короче, год петуха, да, и это самое, кто много чирикает, тот дочирикается, вот так вот это. Тетя Оля говорит, очень жирный, говорит, тетя Оля, ты их зачем, говорит, так сильно кормишь? А я говорю, а что, я думал, они как я, знаешь, это самое, ну, думал, это самое, они этот, блин, это, за курями будут бегать, они жрут, видишь, это, дурные какие-то. Ага, лук, все, лук уже отсыхает, тетя Оля, это самое. Так, что сегодня будет на ужин, ребята, готовлю я, короче, пирог будет, рыбный пирог. Сейчас лучок поджарю, обжарю хорошо. Рыбку уже достал, приготовил. Тесто тоже там у меня где-то стоит. Замесю сейчас. Это вот здесь вот стоит, греется вот так. Здесь я вода грею. Вода зачем? А хрушком сюда как нальешь, оно как раскиснет. А вот здесь, пацаны, это вино, что плохое вино, что не получилось. Все туда поросятам. Ага. Так, ну и что, еще какие еще последние сплетни? Вот эта вот коробочка в форме сердца, да, это самое. А там конфетки Рафаэлки. Знаете, кто подогнал? Элли подогнала маме на день Валентина. Вот такой золотой ребенок у нас. Ну, ага. Динамит ждет это весь. Ну, а вообще как сфинкс, видите, лежит так, охраняет вино. Он охраняет вино. Он даже не знает, бедняга, что вино-то совсем не получилось, блин. Его только в канализацию выливать, это вино. Ну, все равно, пусть охраняет. Голубой у меня пес, представляете? Вот видите, с кем это, блин, пинг это игрушками играется. Ну, до свидания. Это, просим простить великодушно, склероз, пацаны. Ну что там, у тебя правда камеру взял, что ли, чтобы показывать вам там петухов всякие, да, это все, да, пироги рыбные. Камеру я взял в руки и включил вообще для того, чтобы показать вам, что творится на улице. А на улице вот это идет мелкий такой снежочком ды, и это самое пейзажем ды, короче, у нас вот такой вот это. Видите, вот там, где раньше было видно, что там это за бугром что-нибудь, то сейчас там ничего не видно. Какой зум офигенный у камеры, да? А мы сегодня с динамитом ходили, вот в этом лесе даже там гуляли, топтались так немножко. Ну ветер, знаете, дует, сволочь, тогда холодно становится. Это гулять так это самое. Даже вот видите, этот метеорологический наш этот самый девайс, это покачивается. Ой, только что пролетел шквал снега такой. Ну все равно карусело, правда? Люблю снегопад, но только это мелкий какой-то пиндосовский, противный такой. Ага, Владимир Владимирович не подгоняет крупные хлопья, козел такой, блин. Ага, а не, нельзя так про него говорить, да? Но все равно красиво, смотрите, как красиво, да? Вот снежочек идет.